Всем привет! Это киношка на канале ОТВ. Я Федоров Александр. Мы с вами в кинотеатре «Корстон», которому не страшен никакой кризис. У нас продолжают выходить новые фильмы, о которых мы сейчас вам расскажем в нашем обзоре. Поехали! Следующая наша новинка – боевик «В осаде», где главную роль сыграла голливудская звезда Брюс Уиллис. Так вот, герой Брюса Уиллиса, полицейский в отставке, работает шерифом в маленьком городке, где он вынужден вступить в схватку с преступниками, которые взяли местного врача в заложники. Смотрим трейлер. Утром я слушал проповедника по радио. Он сказал слово «грешник» 6 раз за 6 минут. Ясно чему? К тому, что день будет превосходный. Устроим в городе веселуху. Грейс, дай пушку. Зачем? Шериф приехал. Я думал, ты в тюрьме. Вышел час назад. Хочешь поторговаться? Ты отлично знаешь, кто даст то, что нам нужно. Кто убил мою сестру? В последний раз ее видели в доме доктора Китса. Вот что нам нужно. Даю 30 минут. Найди пропавшую Бриджит Бейкер или... Или я буду высылать Джона Китса по кускам. Ты получишь все. Лучше съездить к отцу. Папа не любит сюрпризы. Я это знаю. Нераскрытое дело. Сможешь зачистить, чтобы не подкопаться? Доктор Китс? Доктор Китс. Потеряв его, мы лишимся всего. Можно их выкурить, пока они не копнули. Звони в ФБР. Это началось 10 лет назад, но кончится сейчас. Шериф оказался между двух огней. Я понял то, что хотел. Вы знаете что-нибудь об исчезновении Бриджит? Туда лучше не лезь. Или что? Ты можешь уйти за ней. Кровавая баня ничего не меняет. Пытаешься быть героем? Не лезь не в свое дело, шериф. Ты пустое место! Заткнись и останешься жив! Ты виноват в том, что происходит. Осада. Следующий наш фильм – ужастик «Последнее пришествие дьявола», где наш главный герой Питер является священником и экзорцистом. Ему придется вступить в неравную схватку с самим демоном. Смотрим трейлер. Я проиграл битву. Вы встретили новый вид одержимости. Дьявол перехитрил меня. По мотивам реальных событий. И я бежал оттуда. Здравствуйте, отец Питер. Местные называют вас святым. Я не святой. Народ любит вас. Отец Майкл, вы добрались? Для того, кто был в аду, это не расстояние. У нас тут необычный случай одержимости. Говорят, в вашей практике было нечто похожее. Я чувствую его присутствие. Он решил продолжить игру. Господь оставил меня. Грядет воскресение. Кого? Как мне одолеть его? Для последней битвы не нужно верить в Господа. Нужно верить, что ты и есть Господь. Последнее пришествие дьявола. Следующая наша новинка для наших маленьких зрителей – мультфильм «Потеряшки». Наш главный герой Спарк – никому не нужная вещь, который попадает в мир заброшенных вещей, где он со своими друзьями отправляется в увлекательное путешествие, чтобы найти волшебную пирамиду, которая поможет нашим брошенным вещам стать снова нужными. Смотрим трейлер мультфильма. Мы потеряшки, Баблик. Надо смириться с этим. Линный, смотри! Это символ волшебной пирамиды! Вы можете мне помочь? Я потерялся. Я даже не помню, куда шел. Беги!
волшебная пирамида существует, но малыш тут ни при чем. Ваш долг защитить его. Я не сдамся! И в завершении нашего выпуска хотим напомнить вам про Пушкинскую карту, по которой вы можете посещать фильмы и мультфильмы в кинотеатре Корстен абсолютно бесплатно. И на этой неделе для вас доступен мультфильм «Финик» — прекраснейшая российская анимация от студии «Рики», сделанная в лучших традициях таких мультипликационных студий, как Disney и Illumination. Смотрим трейлер мультфильма «Финик» и приходим к нам по Пушкинской карте. Вы видите? Обычный дом, обычная семья, праздники, уют. Но что, если я вам скажу, что в вашем доме без вашего согласия живет кто-то еще? Домовые помогают людям и всегда стараются сохранить мир и гармонию в доме. Это их образ жизни и главное правило. Миллион просмотров гарантированно! Какой зеленый. Ты что, меня видишь? Ну, в общем, да. По рукам? По лапам! Это была программа «Киношка». Пока!